Так вот оно, оказывается, в чем дело. Слушайте, я думала, что это что-то горит, и даже хотела возмутиться. Оказалось вблизи, что это просто переливаются какие-то бабочки, какие-то кристаллы на солнце. То есть солнечная погода, она вот создает такой эффект. А я-то думала, что это жгут энергию. А я была не права. Ну, то есть, вблизи это смотрится немножко вульгарно, но издали жизнерадостно. Вот, поэтому не могу осуждать. То есть, в этом что-то есть. Это, во всяком случае, это лучше, чем когда-то у нас были всякие искусственные цветы. Это получше, пожалуй. А как вам такой декор московский? Ну, конечно, его нельзя назвать сверхизысканным, но в конце концов лучше, чем было.